Слова об отказе от папского престола, прозвучавшие 11 февраля 2013 года во время консистории, были громом среди ясного неба. Et conclave ad illicendum novum sum pontificem ab his quibus competit convocandum esse. Будущий 265-й папа Римский родился 16 апреля 1927 года в небольшом баварском городке. После Второй мировой войны он поступил в семинарию. В торжество святых апостолов Петра и Павла он вместе со своим братом Георгом был рукоположен во священники. Практически чудом сохранились уникальные архивные кадры с этого рукоположения. Затем были годы научной деятельности, священническое и архиепископское служение и назначение на пост префекта конгрегации вероучения в 1981 году. Кардинал Йозеф Ратцингер стал одним из влиятельных и уважаемых иерархов в католической церкви. Неудивительно, что в 2005 году после смерти папы Иоанна Павла II конклав выбрал именно его, преемником апостола Петра. Россию и папу связывает многое. В далеком 2006 году состоялся уникальный телемост, связавший 9 городов мира с Ватиканом. Среди них был и Санкт-Петербург. Пусть виртуально, но Бенедикт XVI посетил храм Святой Екатерины на Невском проспекте и даже прочитал молитву по-русски. Дорогие друзья из Санкт-Петербурга! Даша поцелует вам Пресвятая Богородица во время обучения, чтобы вы смогли начать трудовую жизнь в одушевлении христианской любовью. Год спустя папа назначил нового архиепископа. В Москву им стал ректор Петербургской семинарии, отец Павел Пецци. 11 октября 2009 года Бенедикт XVI причислил к лику святых архиепископа Зигмунда Филинского, который долгие годы жил в России, в частности, учился и преподавал в Петербургской духовной академии и служил викарием храма Святой Екатерины. Акцентором каталогу адскрибнус статуэнт с Deus in universa ecclesia inter sanctus pia devotione recoli de vere in nomine Patris. Русская речь не раз звучала на папских богослужениях, например, во время беатификации Иоанна Павла II или во время мессы открытия синода епископов. Да последуют правители народов и наций зову социальной заботы Церкви, да осознают необходимость жить по Евангелию жизни. Сказать, что папа владеет русским языком, было бы сильным преувеличением. Тем не менее, он особо выделял нашу поместную церковь и даже как-то обратился к верующим в России. Я очень рад обратиться на русском языке к народу и властям вашей великой и столь дорогой для меня русской земли. Сердечно приветствую наших дорогих православных братьев, в особенности святчего патриарха Московского и всей Руси, и католических епископов и их общины. Всем желаю мира и добра, взаимной любви и призываю на всех Божье благословение. Теперь папа Бенедикт XVI посвятит свою жизнь затворничеству и молитве за церковь.
уверены, что в его словах, обращенных к Богу, найдется место и для нашей страны.